как бы я жил и поступал как клоун с тех пор, как я себя помню. Но лет в 10 примерно, может, чуть раньше, да. я увидел по телевидению фильм Чаплина «Малыш». И просто разинул рот и не мог оторваться от экрана. Mm-hmm. Потом мама выключила телевизор, потому что пора было спать. И я до утра проплакал, потому что понял, что я мечтаю так же делать, как и Чаплин. Во-первых, он выражался телом. То есть ему не надо было слов. Он как будто танцевал на экране. Во-вторых, это было одновременно очень смешно и очень трогательно, и даже трагично. И я сказал себе, я хочу так же смешить людей, заставлять их плакать. Я не очень об этом думал, но на следующий день я уже сделал себе такую тросточку, согнул, шляпу одел и в больших ботинках бегал по всей школе и смешил всех. Ну, это были фильмы по телевидению, хотя Луи де Фюнес был также популярен. Или Юрий Никулин, русский клоун. Но Чарли Чаплин был больше всех мне близок. Я чувствовал, что это я. Я не думал об искусстве. Мне просто притягивал этот мир, где все так летает, смешит, фантазия. И как будто, ну то есть реальность приподнятая над нами.